Привет, друзья! Давно мы с вами не виделись. И сегодня я невероятно рада видеть вас на моем канале. В первую очередь я хочу поблагодарить своих зрителей, своих подписчиков, покупателей за то, что смотрите мой канал, за то, что покупаете вещи в моем магазине. И я очень стараюсь, чтобы цены в моем магазине были небольшими. И вся моя одежда пришлась вам по вкусу. И второе, и, пожалуй, самое главное, что я хотела вам сказать, именно сегодня я хочу объявить о начале нашего следующего конкурса. Наш конкурс будет приурочен к празднику Новый год. Каковы же условия конкурса? Это будет конкурс видео. Конкурс ваших видеоработ. Любой желающий может принять участие в этом конкурсе. Для этого вам необходимо отправить на адрес электронной почты, вот на этот адрес, только на электронную почту, не на WhatsApp, не Viber, а только на электронную почту прямо ко мне. Видеозапись, где вы будете в одежде из нашего магазина Rita Moda. Это может быть что угодно. Ваше дефиле, ваш рассказ об одежде, вы можете представить эту одежду. Это может быть танец, это может быть песня, это может быть ваше новогоднее представление. А также это может быть рассказ о том, почему вы покупаете одежду в магазине Rita Moda. Друзья, пускай это будет творческий процесс, никаких ограничений. Поздравления, рассказ, танец, дефиле, песня, стих, все что угодно. В нашем конкурсе могут принять участие женщины любого возраста и абсолютно любого размера. Самое главное – это творческий процесс. Я соберу все ваши видео, смонтирую видеоролик и выставлю на своем YouTube-канале. Кто же будет оценивать конкурс и выбирать победителей? Это будете делать вы сами. Да-да. Сами зрители моего канала будут оценивать и писать в комментариях, кто же из конкурсанток больше всего понравился. Я тоже приму в этом участие. Посчитав количество комментариев, первое место получит тот, за кого проголосовало большее количество зрителей. И так далее, второе и третье. Для победителей будут приготовлены ценные призы. Это будут новогодние подарки из магазина Rita Moda. Для конкурсантки, которая получит первое место, это будет подарок на сумму 10 тысяч из магазина Rita Moda. Конкурсантка сможет сама выбрать себе одежду на эту сумму. Второе место 7 тысяч и третье место 5 тысяч. Друзья, у вас есть еще достаточно времени, чтобы хорошенько подумать, снять и подготовиться к этому конкурсу. А я буду ждать от вас видео вот по этому адресу электронной почты. В начале декабря я опубликую видео с вашими работами. И через некоторое время мы опубликуем победителей. Ну что ж, друзья, желаю всем удачи. Жду от вас видеосюжеты по одежде, купленной в магазине Rita Moda. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До скорых встреч, друзья!